Совещание открылось в образовательном центре «Сириус». Сюда приезжают одаренные дети со всей страны. Как развить в каждом ребенке заложенные в нем таланты, не первый год обсуждают представители дошкольного образования. Однако в этом году в систему детских садов будет внедрен федеральный госстандарт. Обучение по нему уже прошли 98% педагогов. Одно из нововведений – проектная деятельность у дошколят. Таким образом, говорят специалисты, детский сад подтянулся к школе. Но это не значит, что малышам теперь придется тяжело. Хорошие воспитатели считают в Минобнауке и раньше предлагали детям что-нибудь смастерить или разработать. И оценки ставить дошколятам никто не собирается. Требовать от детей каких-то конкретных законченных результатов специалисты считают, что это будет не совсем правильно. Поэтому как раз вопросом результативности уровня дошкольного образования мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Нам активно помогает Рособранадзор. В Краснодарском крае сегодня работает 1512 дошкольных образовательных учреждений. Там воспитываются более 270 тысяч юных кубанцев. Проекты по внедрению нового в ГОСА стартовали в регионе еще 2 года назад. Тогда были определены базовые пилотные организации. Они стали первопроходцами, потом поделились опытом с остальными коллегами. Сегодня все воспитатели в крае повысили квалификацию. Внедрение стандарта охватывает все без исключения образовательные организации дошкольного образования, в том числе и те так называемые частные детские сады, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, которые занимаются реализацией образовательной программы, а не только присмотром и уходом за детьми. Кроме того, для педагогов и интересующихся родителей открыт цифровой информационно-методический ресурс «Медиавики», который постоянно обновляется.